Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как буквально в три клика можно настроить автоответчик на вашей бизнес-странице Facebook. Вот мы сейчас находимся на моей личной странице. Переходим на бизнес-страницу. Можно перейти здесь. Вот у меня настроено. Можно перейти вот здесь. Но это вы, я думаю, сами знаете, как туда попадать. Так, сейчас загрузится. Если вы хотите, чтобы ваши люди, которые к вам приходят и задают какие-то вопросы, не остались без ответа, то рекомендую вам настроить такой простой автоответчик. То есть вы же не всегда находитесь здесь в интернете, не всегда сидите в Фейсбуке. А люди пришли, может быть, возможно, им нужна ваша помощь, а вы сразу не можете к ним прийти на помощь. Поэтому вот этот автоответчик. Заходим мы сюда в настройки. Сейчас что-то подгружается сегодня долго. Это такая интересная функция. О ней, наверное, мало кто знает, но она существует. Это Facebook нам ее предлагает. Здесь мы заходим в обмен сообщениями. Некоторые думают, что это у меня здесь робот настроен. А на самом деле все гораздо проще. Никакой робот здесь не нужен. Здесь немножечко вниз прокручиваем и идем вот такой ассистент по ответам. У меня настроено вот такое сообщение. Здравствуйте, я скоро вернусь и вам отвечу. Так, здесь, наверное, у вас какая-то кнопочка будет «Нет». Вы ее нажимаете «Да». Но у меня здесь так, как уже настроено, у меня вот высвечивается. Вот таким образом это выглядит. То есть человек вам написал, и вы ему ответили. Можете, конечно, тут какое угодно сообщение настроить, то есть какое вам удобнее. И нажимаете «Сохранить». Ну вот, в принципе, и все. Так, здесь у нас сообщение бизнес-страницы. Так, я не знаю, можно ли... А, вот. Давайте посмотрим, как это работает. Вот здесь у меня была переписка. Так, вот человек мне написал. Я отвечаю. Здравствуйте, я скоро вернусь и вам отвечу. Потом я, значит, прихожу, смотрю сообщение и отвечаю человеку. То есть все здесь довольно просто. И я надеюсь, что помогла вам. Если видео было для вас полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, дружите со мной в соцсетях. Всем пока!